Итак, здравствуйте, меня зовут Суслик, и сегодня мы играем в Gunpoint. Это такая какая-то игра, мне ее Аарон скинул, сказал, что обязательно поиграй, какая-то классная. Построена на что-то, ведь на хакерске, вот камера, что-то там, вот всякие кнопочки, сейчас мы будем пытаться вот играть. Никакого вступления не было, я офигел, что игра так внезапно началась. Я работаю на компании, через дорогу кто-то выбросился из окна твоей квартиры. Я не хочу говорить об этом. Я хотел типа зайти по поводу чего-то другого, но теперь заинтересован именно в этом. Но попробую узнать, что тебе нужно. Мое имя Селена Делгана, мой босс Руки сказал, что фриланс спай, что типа ты какой-то там шпион, у меня есть для тебя работа, хочешь подняться? Конечно, почему нет? Так, как тут ходить, значит? Ходить на ВАСД. Ага. Так, вот лестница. Кнопочка какая-то. Ладно, пойдемте наверх. Это такой вот 2D-платформер, то есть... What the fuck? What? What? Эй! Ага. Ладно, что-то там произошло, но я не очень понял, что это было. Так, наверх мы же идти не можем. Кого-то тут ведь и убили только что, да? Типа... Все очень плохо. И, наверное, в этом будут подозревать меня, но... Блин. In case it's not already obvious, long falls won't kill you. Типа, если это еще не очевидно, то падение с высоты вас не убьют. Ок. Go в метро. Так, окей. Ну, теперь, наверное, начнется вся игра. Поздравляю с покупкой нового Bullfrog'а. Осторожно, максимальная сила прыжка, может, на-на-на. Используй только на улице. На нах, ёпта. Ясно, понятно. Типа, какое-то там у него приспособление, чтобы прыгать как-то высоко, наверное, или что-то такое. Прошу прощения. Ну, тут, тут титры всякие. Естественно, этот ролик, наверное, чисто как вступительный. Это Миллион Рокки, Селена Делгана работал на меня, если у вас время поговорить. Я ее не убивал. А я знаю. Я просто смотрел на следы, вы зашли прямо напротив камеры в офис после того, как были сделаны выстрелы. На что там полиция не хотят смотреть на это обычно, да? Отпечатки ног показывают, что это вы типа все сделали. Почему вы волнуетесь? Действительно, почему? Селена была другом, I want her real killer. Я хочу, чтобы ее настоящий убийца был пойман. По факту, я хочу, чтобы он умер. Так, I have to hand that footage over. Так. Да, я типа дофига чест. Что-то там, ну все, давай уже побыстрее. О, она дисконнект, отличный call. Не люблю, на самом деле, переводить много этих текст. Но, как видите, это, видимо, очень даже... Фриплейная, блин, игра, то есть мы можем там выбрать какую-нибудь миссию. Ладно, так, how do you wipe data? Как типа воровать какие-то данные? See your record, this will be within your abilities once you read, scrub, you after wipe anything. Ладно, поехали. Hold down the mouse button to aim the jump. It takes a moment to charge up for full strength. Wow! Yeah! Класс. Свет. Так. Как я понял, нам нужно допрыгнуть вон до того окна. Ух ты, да я даже подержаться могу, прикольно. Ага, так давайте залезем на крышу, наверное. Так. Ага. А! Ау. An open door closed can activated. Ай. А как активировать, собственно? А ладно, теперь можем вот так летать, короче, по всему дому, такие, оп, круто. Наверное, нам нужно подняться на самый верх. Так, хак. Copy and close, я не знаю, что это было, ну да. Воу, воу. Я Человек-паук. Так, окей, поднимаемся. Да, get in, go up. Опа. Отлично. Хак. Типа хак, блин.
Оп. Ну, это было несложно. Violent Gentleman. Ага. Хорошая работа, спасибо. А, много текста, окей. Я всегда говорю, окей, если опять что-то лезть слышишь. You'll see missing briefing for job. Окей, end call. Сейчас нам еще одна миссия. Магазин. Вау, вот это прикольно. Слушайте, здесь реально много всего. Вот эта фишка, как я понял, оно... Ведь rewire electronic device, там имеется в виду, что какая-то кнопка будет отвечать за другую... Ну, как бы, другую кнопочку. То есть, это... Прикольно. Так, что здесь апгрейды? Прыжки всякие там. Нет. Хотя, давайте. Хочу, конечно, вот на это накопить, но я думаю, сейчас это будет... А, нет, спасибо. Все, давайте будем проходить ту миссию, которая нам сейчас дает. Сразу старт миссия, не хочу сейчас на это нацикливаться. Так, guards will shoot inside. The cursor turns red in areas and guards can see. Jump on guard to pin him on the ground. Шестерным кликом это вообще как-то жестоко выглядит. Так. Only guards can use the red hand scanners in the dark. Guards will look for a light switch. Guards can see very far in the dark. Ой. Это что? Хак. Так, выключим свет. А! What? Окей. Да что ж ты будешь делать, а? Так. Да какого хрена? Ок. Я думаю, стоит подняться наверх. Оп. Да в этом, я думаю, смысла нет. Ааа, получай! Всмятку, да! Окей, это было жестоко. Так, все, готово. Слишком много раз я, конечно, умер, но... Я не думал, что у него такая реакция, типа, будет. Класс. Вау! То есть мне заплатили даже больше? Так что на $5? Вот это бизнес, я понимаю. Не хочу это вообще качать. Ого! Вот это хреновина. Gate Crushers. Так, ладно, теперь вот эту миссию давайте. Так, ла-ла-ла-ла. How? Окей, пока она отвечала. Switch to cross-link mode with the mouse wheel. Вау. Ух ты, классно. И что, я могу это сам перенастроить? Прям сам-сам? Вау, эпик. Там что-то можно ха. Ну, как видите, в принципе, в предвкушении Watch Dogs, наверное, можно будет погамать. Ай. О, шикарно. Да ладно, то есть он будет одновременно на обе кнопочки жмакать, да? А. Ахаха, ладно, давайте пойдем отсюда. Я в восторге просто вообще от этой игры. Классно. Так, окей, мы тут все прошли, получили еще на 5 баксов больше. Так, ладно, я хочу что-нибудь прям супер какую-то большую миссию. Так. Ага. Вот оно что, да? Это что? This power circuit will activate nothing. Воу-воу-воу. Получай! Вот так. Так, подождите. Давайте попробуем так тут. Где у нас выключать? Ага. Так, ну, предположим, что... А как наверх подняться? А, вот. Yes. Так, попробуем. Ха-ха, что ты будешь делать? Нажмешь на кнопочку, да? Давай.
Затрален. Так, ладно, пойти подниматься и его убивать. О, нет! Оп! А, то есть он теперь не может ничего сделать, я правильно понимаю? А, ват? На, гандон! Вот так, так, а, теперь не, почему я ничего не могу сделать? Я могу опять перенастроить и нажать вот на этой. Вот, все, спокойно вообще, просто шикарно. Офигенная миссия, класс. Какая классная игра, господи. Так. Ага. Вот так. Офигенно. И теперь прыжком таки туда, хопа, да. Так, окей, у нас уже достаточно, мне кажется, денег, чтобы еще что-нибудь хакерское купить. Нет? Нет, недостаточно, окей. Так, дальше тут у нас есть камеры уже, это нехорошо. Так, мне интересно, нет. Воу! Воу! Воу, щит. А! Ты упорот, пацан, ты что творишь? Окей, я вот туда прыгну, ладно? Хорошо? А, все хорошо. Так, у него там есть фонари, нет? У него тут нет фонарей! Охренеть. Так, ладно, мы отсоединим вот эти вот выключатели. Вот этот главный, да, вот мы отсорите идея, да, то есть мы отсоединяем сейчас все выключатели. Так, и теперь одним выключателем такие, так, стоп. Вот так. Это мы тоже отсоединим. Вот так вот такие, хопа! Все двери закрыты, что вы будете теперь делать? Так, окей, теперь мы это так вот убираем. Да, так. На. Во. Мне просто интересно, что они будут делать в таком случае. Господи, у них, наверное, вообще психоз сейчас будет. Так. Как это отключить? Вот. Чё за фигня? Дверь должна открыться. Эй! А, вот. Я могу, в принципе, здесь спуститься. Блин, как мне это доставляет. Они такие теперь ходят. Воу! Вау! Вау! Уху! Вот это да! Вот это эпик! Эпик! Так, окей, это... О, нет. У меня нет нужных хакать или это? Видимо, мне все это нужно. А как-то у нее дверь открылась. О, за-за, я спрятался. Все видели? Нет. Ну да. На! Так, это мы хакаем. Так. Подождите, дверь что, открыта? А что это тогда? Надо сразу от компьютера взломать. А, нет, она... А я же... А! Вообще сейчас, наверное, нужно, чтобы я одной клавишей все двери открыл. Вот это пипец классно все. Так, какая клавиша? Вот это, да? Заебись. То есть, понимаете, здесь можно настроить так, что когда человек прокатился на лифте, дверь закрывается. Я не знал этого и заблочил немножко. Почему этот не двигается, мне интересно. Так, сейчас мы эти связи разрываем. Так, и вот так вот.
Так, мы его закрыли, чтобы он нам не мешал расправиться вот с этим. Нет, 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 да хватит кататься по лифту, блин. Сейчас, я просто хочу с ним пожестче расправиться, короче. В итоге сюда, оп, опа, оп, опа, на, неждан, на. Все, мы дохли. Воу-воу-воу. Блин, безысходность, надо ему открыть дверь, наверное. Потому что он там запер. А, что? Я его дверью. Что? Вы поняли, да? Я его дверью убил. О, господи, какой. Ей! Ай. Окей, вот дверью это был просто эпик. Все, меня даже никто не заметил. End call. Так, у меня есть 35 баксов, теперь можем что-то вот это делать. Ну, почему нет? Мне нравится, что я видел. Так, окей. Я вообще, мне неинтересно, на самом деле, описание миссии. Мне вот. Ого. Что это такое? А, мне нужно вот этого убить, да? Опа! Оп! Человек-паук! Человек-паук! Дверь не открывается, да? Что я могу с этим сделать, интересно? Вау, what the fuck? Здесь лазучил цвет за лайт, да ладно? А, то есть мне нужно попасть вон туда? Оу, вот что. Мне нужно как-то вот сюда попасть, тогда я смогу использовать. Оу, так вот что с камерой делать, смотрите, то есть... Мы такие делаем вот так, эта камера в итоге открывает нам дверь. То есть мы такие... Genius! Нормально. Это эпик. Оружие. А. Так, все, теперь мы вроде можем что-то тут настраивать. Можем же? Я не знаю. Так. Ага, можем, можем. И вот этот ключим. Так, теперь, значит, да. Так, какие-то ракеты, что за опасный человек? Так, окей. Окей, copy and close. Так, мне нужно убить этого, да? Что это? A locked door. Да? When the left arrives, it's been activated. Да, я так... Oh! Nothing will open it. То есть, ну, а что мне нужно было сделать тут вообще? Так, ладно, может быть это все, что надо было сделать? Не знаю. Так. Так, нет, подождите, я вот так вот хотел, да. Так, switch. Ну и, наверное, на этом первый эпизод хватит, потому что я уже, наверное, достаточно записал. Все, до свидания. Нет, я не закончу. Но я, наверное, допройду это потом. Вот. Всем до свидания, с вами был Суслик, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и всем пока.